Приветствую всех любителей интернет-заработка. Сегодня хочу рассказать о том, когда лучше ловить задания на Hive Micro, то есть имеется в виду, в какое время дня. Смотрите, я заметила устойчивую тенденцию, вот работая на этом сайте уже несколько лет, то, что очень много заданий именно там в 5-6 утра, ну максимум там в 7 утра, вот как-то так. Связано это, вероятно, с тем, что американский сайт, разница во времени идет. Вот когда у меня 6 утра там плюс-минус, у них 12 часов ночи, соответственно, наверное, идет какое-то обнуление и загрузка новых заданий. Так же самое задание есть там в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. То есть с чем это может быть связано? Наверняка это, скорее всего, ночное время или вечернее время, когда просто работает меньшее количество людей. Даже вот по американскому времени 8 часов вечера, в основном, я так понимаю, люди выполняют задания в какое-то рабочее время. То есть снижается напряженный трафик на этом сайте. Вот смотрите, сейчас 12 часов дня, какие-то нормальные задания за хорошую сумму, видите, их уже нет. То есть, несмотря на то, что здесь написано 20-30 заданий, на самом деле их нет. А остаются какие-то вот такого плана дешевые задания по 25 центов или что-то такое. То есть, если вы прям очень сильно хотите заработать, по-быстрому нуждаетесь в деньгах, то лучше всего, конечно, работать либо рано утром, если вы находитесь где-то в часовом поясе, приблизительно таком, как я, либо очень поздно вечером, то есть это час или 2 часа ночи. Ну, к сожалению, вот так вот, вот такое время. В принципе, и в течение дня бывают какие-то нормальные задания, но более редко, чем в какое-то сильно утреннее или сильно ночное вечернее время. Вот так вот. Поэтому всем рекомендую этот сайт для работы. Всем удачи и приятных заработков.